Человек, у которого каникулы, может себе позволить завтракать в 9 утра, да, сына? Я не хочу сегодня в музей. Не хочешь? Давай не пойдем. Ты записала, надо не записывать. Если записала, уже надо идти. Да. Сегодня музей в школу приезжает, и Антошин класс идет. А ты там останешься? Останешься! Доброго утра, в общем-то. У нас 9 утра. Сегодня был потрясающий рассвет, но я его не засняла. На телефоне не было памяти, я только сейчас ее освободила. Поэтому остались без рассвета. Сейчас иду в гардеробную. У меня здесь совсем немного осталось навести порядок. Здесь уже порядок. Хочу только перестирать постельное все, потому что оно, знаете, вот этим слеженным прям пахнет. Мне не нравится. Здесь тоже порядок. Осталось навести порядок вот тут вот внизу и вот тут вот наверху. Вот сейчас займемся верхним ярусом. Отсчитываю 15 минут и быстренько все достаю, навожу порядок. Сначала открою себе окошко, чтобы любоваться. О, кто-то звонит. Заодно поболтаю с мамой. В общем, я сегодня самый счастливый человек. Я убралась в гардеробной, на всех полках, везде вытерла пыль. Я счастлива! Ура! Так, я везде, здесь чисто. Шапки все тут расхламила, эту коробку выкинула. Все, красота, вещей стало намного меньше, но все те, что мне нужны, все те, что я ношу. Да, Антох? Осторожно, утюг горячий, отходи. Здесь тоже осталось, вернее, только вот здесь внизу разложить по мальчикам, где какая стопочка. Это какая моя? Афони, какая Антоши. Это моя, я уже знаю. Да? Это мое. А это, кажется, мне Гришина. Так, всё. И главное здесь. Больше нет кучи этого постельного, которое нам не нужно. Все забрала себе родня на шитье. А мама она хочет из маминой голубого так хочет пижаму маме сделать. Да. Сошить. Сегодня еще затеяла стирать постельное, прям все и покрывала, и все сняла, вывесила уже на улицу, потому что погода у нас сегодня отличная. Отличная, птички даже поют. Кровати. Нет, можно гулять на улице. Так что выходи, погуляй, а потом же тебе еще сегодня в музей. Антоха просыпается, говорит, мы же забыли во вторник в музей. Я говорю, Антох, мы не забыли, сегодня же вторник. Сегодня среда уже. Нет, завтра среда. Нет, сегодня. Сегодня Гришна кровать. Какое тебе нужно делать сейчас упражнение? Покажи. Тренироваться, да? Ногу назад. Ай! Это Саша. Мама, чтобы мне помогла вонять ногу хоть с первого раза. Да? Так я хоть подержала равновесие. Давай. Сегодня такая погода, что сижу, не даже уточек сюда вынес позагорать, чтобы они побыстрее подвялились в сушилке. И вон там, вон мое постельное. И птички поют, и я наслаждаюсь. Но опять Женя сказал сегодня и завтра, а потом опять осень. Наступит. Все, Гришка пошел. Я домой. С Антохой идем в музей. Ну, вернее, Антошку сейчас отведу. Антошка уже дома. Покажи, что там в музее интересно было? Да. Что вы там делали? Все можно было. Это не то, да? Что там, вы все рассматривали? Ну, еще когда закончили, все разрешили. Да? Чего это вы тут делаете? Думаю, рисуете. Лего вы играете? Здесь что, целый дом, да? И вот мастерская маленькая. Мам, я пойду на воду. Давай. Мам, вторую комнату просто сделать. Я спокойный, чтобы защищать, а у нас... Я буду на воде. А, у тебя даже лодка? Защита. Я сейчас там... А я думала, лего надо уже выкидывать, оно еще вам нужно? И попить. И попить. Маме, попить.
попить еще? Да, вот бутылка. Угу. Носа, таблетки, а поноса. Кто что, да? Что, на сегодня все, снимаю шапочку и иду спать. Вот моя сегодняшняя работа. 18+, есть даже пряники. Так, а вот эти вот два завтра нужно дописать кистью немножечко. Вот. Красота. Сегодня даже ложусь не так поздно. Обычно до 2 часов ночи, но вот сейчас до часа получается. Даже еще часа нет. Все, иду отдыхать. Очень счастливая и довольная. Завтра буду готовиться к тортикам. 2 тортика нужно сделать. Один на день свадьбы, а другой именно на 14 февраля. Вот, так что сейчас спать. Завтра с новыми силами. С новым хорошим настроением. С моими, блин, какими-то непонятными сейчас ресницами. Всем до завтра. Всех люблю.